Самуэль Кольридж был младшим из 10 детей своего отца, служившего пастором в Девоне. В 9 лет он был отправлен в лондонскую школу Крист Хоспитал, где провел детство и где единственным товарищем был знаменитый впоследствии Чарльз Лэмб. В 1791 году он поступил в Кембридж, занимался классической литературой, но был исключен из университета за сочувствие республиканским идеям. Он увлекся идеями французской революции и начал вести страстную пропаганду в ее защиту. Вместе с поэтом Робертом Саути, также выгнанным из школы за вольнодумство, читал в Бристоле лекции на политические и исторические темы, издавал брошюры и газету «Хранитель». Вдохновленный революционными идеями, написал стихотворение «Взятие Бастилии». Разочаровавшись во французской революции, он неожиданно для самого себя завербовался в солдаты и только через несколько месяцев освободился от службы. При помощи друзей Кольридж вернулся в университет, где пробыл там до 1794 года. В этот год он пишет совместно с Робертом Саути трагедию «Падение Робеспьера», в которой осуждается революционный террор. Разочаровавшись в Старой Европе, вдвоем они решили ехать в Свободную Америку, чтобы организовать там коммуну, которую Кольридж намеревался назвать «Пантисократией». Поездка не состоялась из-за отсутствия средств. Вслед за этим для Кольриджа наступил период окончательного разочарования во всех революционных и просветительских идеалах. В 1795 году Кольридж и Саути поселились в Бристоле и женились на двух сестрах Фрике. Кольриджу пришлось подумать о заработке. Публичные лекции, которые он читал с этой целью, были полны нападок на могущественного в того времени премьер-министра Уильяма Питта-младшего. Материального успеха они не имели, точно так же, как предпринятое Кольриджем издание еженедельной газеты «Вотсмен», имевший в самом начале много подписчиков благодаря красноречию Кольриджа, объездившего несколько графств для продвижения газеты. К числу многих неудавшихся попыток устроиться принадлежит также издание первого стихотворного сборника Кольриджа. Кольридж становится романтиком, уйдя с головой в первобытные времена и средневековье. Его письма за это время свидетельствуют о тяжких домашних обстоятельствах поэта, бедностях и первых зачатках болезни, породивших у него страсть к опиуму. В 1797 году семья Кольриджа переехала в деревню Альфокстон, где он жил там по соседству с Уильямом Уотсфордом, и в постоянном общении с ним вместе они совершали бесконечные прогулки и экскурсии. К этому лучшему времени поэтического творчества Кольриджа относится стихотворение «Женева», «Хан Хубилай», «Дарк Леди» и лучшие из его больших поэм «Старый мореход» и «Кристабель». В 1798 году он нашел издателя для первого издания лирических баллад совместно с Уотсфордом. Этот сборник явился манифестом английского романтизма. Период творческого подъема продолжался не более 2 лет, в течение которых поэтом были созданы лучшие его произведения. На средства меценатов Кольридж и Уотсфорд с сестрой посетили Германию, где слушали лекции в Йоттингемском университете, изучали немецкую литературу и философию. Это путешествие оказало огромное влияние на развитие его философского мировоззрения. В следующем году оба поэта объездили Английские озера, и Кольридж вынес оттуда глубокие впечатления красоты своей родины. В том же году Кольридж стал работать в Morning Post. Его политические статьи отличались больше всего нападками на Питта. Вскоре, однако, он изменил политики и поселился с семьей на озерах недалеко от Уотсфорда и Саути. Соседство трех сродных по духу поэтов привело к придуманной Эдинбург Ревью, название озерной школы. Тем временем здоровье Кольриджа пошатнулось.
он ездил на остров Мальта, но вернулся домой еще более нездоровым. И развившаяся наклонность к опиуму ослабляла его умственную деятельность. Поэтическое творчество его шло на спад, и главным интересом периода между 1801 и 16 годом является издание «The Friends» – еженедельных очерков политического и философского содержания. В нем совершился за эти годы религиозный переворот. Он стал верующим человеком, христианином и стал много писать по религиозным и философским вопросам. Все прозаичные произведения, написанные в это время, главные из них – «Two Lay Sermons», «Биография Литерария», «Aids to Reflection», «Church and State», «Literature Remains» и «Религиозные размышления», озаглавленные как «Confessions of an Acquiring Spirit». Кольридж распространял свои идеи и в беседах. Его домик в Хайгейте был сборным пунктом лучших умов того времени, приезжавших послушать престарелого философа-поэта. Некоторый отголосок этих бесед сохранился в составленной его племянником и зятем книге «Table Talk». Кольридж умер в 1834 году в Хайгейте, Лондоне, где прожил с 1875 года. Вам может показаться это странным, что наслаждение я пытаюсь получить от каждой мелочи и может научить меня любви и вере неустанной. Листва дерев и форма лепестка, да будет так. И если мир порою угрюмо посмеется надо мною, моя душа останется легка. Я свой алтарь воздвигну средь полей, и крышей будет небо голубое, и аромат цветов у кельи моей, да воскурится фимианом пред тобою. В тебе лишь Бог, не презирай того, кто скромный дар вознес у лика твоего.